В центре Милана, неподалеку от станции метро Сан-Бабило, стоит древняя церковь Сан-Вита-Альпа-Скверола, бывший католический храм Святого Вита. Уже много лет здесь действует православный приход святителя Амвросия Медиоланского. Его настоятель, архимандрит Амвросий Макар, до назначения в Милан, был проректором Киевской духовной академии. Тогда его знали как отца Николая. Уже в Италии батюшка принял постриг с именем Амвросий, в честь небесного покровителя Милана, и инициировал проведение амвросиевских чтений. Если ежегодно на форум съезжаются видные православные и католические богословы со всей Европы, еженедельно отец Амвросий по воскресеньям собирает встречи для своих прихожан и всех желающих, причем не только в храме, но и посредством Skype в интернете. Да, давайте подсоединяйте всех желающих. Тема одной из последних встреч – миланский эдикт и личность святого равноапостольного императора Константина. Феномен этого императора с исторической точки зрения в том, что он смог спасти Римскую империю от разрушительных процессов, обусловленных развращением языческого мира. С духовной же точки зрения христианизация Римской империи для правителя, который сам вырос в языческой среде – это подвиг. Константин видел, что подавляющее большинство язычников не преданы ни самому язычеству, ни государству. Наоборот, христиане преданы и ответственны во всем – от вопросов веры до служения на своих постах государству и обществу. Вы знаете, были вот такие примеры, когда были эпидемии, и выбрасывали язычники из своих городов заболевших. Христиане их подбирали, вылечивали их, и они возвращались домой здоровыми. Представляете, как они служили обществу? Я уже не говорю о многих других делах, которые не совершали честно, которые они совершали как преданные, подданные государству. После провозглашения Миланского эдикта христианство в Римской империи перестало быть гонимым. Христианской церкви возвращалось имущество, но главным для христиан была возможность более свободного исповедания Христа, а значит более широкого служения обществу. Что же принесло христианство Римской империи? Ни много ни мало, утверждает отец Амвросий, будущее. Практически общество, христианизировавшись в Римской империи, стали непреодолимыми. Хотя в восточной части мусульманство, конечно, боролось с этой частью Римской империи, но в любом случае Византийская империя стояла дольше других. Тысячи лет Византийской империи. Ни одна империя так долго не стояла. Мы не можем себе представить, какие изменения произошли во время христианизации Римской империи после Миланского эдикта, отмечает отец Амвросий. Об изменении духовно-нравственной атмосферы в империи говорят и исследователи античного мира. Христианской закваской развивалась вся последующая европейская цивилизация, ее западная и восточная составляющая. И только сейчас на Западе секулярное общество, оставив Евангелие, клонится к своему духовно-нравственному упадку. Это заметно по кровавым событиям 20 века и ныне, когда под соусом уважения прав человека гуманизмом сеется развращенность, в некоторых своих проявлениях превзошедшая разврат в Римской империи времен упадка. Чтобы знать, как христианам вести себя в современном секулярном обществе, надо знать и то, как церковь жила во времена до и после принятия Миланского эдикта. Тем временем воскресная школа закончилась далеко затемно. Ее слушателям, а это почти сотня человек онлайн, все понравилось, за исключением качества связи. Нам очень понравилась встреча. Запись встречи всем желающим в итоге закачали. Тексты бесед можно найти и на сайте прихода святителя Амвросия Медиоланского в Милане ortodossa-ambrogio.org. Восточноевропейское бюро телеканала «Союз», Италия, Милан.